Текст. Филологический, социокультурный, региональный и методический аспекты. Международная научная конференция под таким названием прошла в опорном Тольяттинском государственном университете 17 и 18 апреля. В ней приняли участие студенты, преподаватели и ученые не только нашего университета. В конференции зарегистрировано 102 участника. География докладчиков обширная. Алматы, Минск, Оренбург, Екатеринбург, Москва, Самара и целый ряд других городов. Особенность состоит в том, что у нас установлен прямой мост. И одним из докладчиков выступала Потанина Лея Тахировна. Это Московский областной государственный университет. Это онлайн-трансляция. Предполагается, что в следующий раз, уже седьмая будет конференция, к нам подключится и Орск, мы с ним договор заключили. И, в общем-то, думаю, что у нас все получится. Нужно отметить, что первая научная конференция, посвященная тексту, состоялась в нашем вузе еще в 1996 году. Мы продолжаем эту традицию, и в этом наша гордость. То есть начинали мы как сборник статей, потом перешли во Всероссийскую конференцию, затем мы обрели статус международной конференции. И вот самое значимое этой конференции, что она шестая международная конференция. В первый день международной научной конференции прозвучало 6 докладов. Тематика докладов разнообразна. Арифметические нормы и разговорный текст, стихи о футболе в русской и немецкой поэзии и даже блокчейн как новая форма нарратива. Во второй день состоялось 10 секционных заседаний.